Всем привет! Сегодня я на копе. У нас тут выпалили вот травичку. И вот первая находочка моя. Это такая вот часть браслетика, я так понял. Прошло вот буквально минут где-то 20, и вот у нас первая монетка. За 20 копеек 56 года. Такая вот монетка. Вот так вот находка. Это, я уже так понимаю, это походу динарик. Даже не ожидал сегодня найти. Тем не менее, вот такой вот красавец. О, красота. Это уже у меня пятый такой за 3 года. Тут еще вроде что-то было. Может, еще один динарик. Сейчас посмотрим. Ямку уже присыпал. Там оказался не динарик, а такой вот мусор. Крышка какая-то. Не, даже патрон. Скорее всего, что патрон. Вот лампочки. Ну что ж, забираем такой мусор, чтобы больше не попадался. Начал идти вот так вот вдоль дорожки, и вот опять такая вот выпала находочка, вот такое вот донышко. Так, что тут у нас есть? Это оно вот. Что это такое? О, мусор. Думал, такой двузначный сигнал был. Думал, что железо, оказалось монетка. Вот такая вот у нас вот. У нас 2 копейки. 41-го года. Ребята, не поверите, это опять сегодня везение, опять у меня динарик. Такой так он в окислах, не разглядеть, кто тут, что тут. Вроде как Марк Аврелий. Бляха-муха, ударил, конечно, я. Монетка вот шикарная. Вот такая вот шикарная вот монетка. Сейчас попробую водичкой промою, покажу. Так, тут у нас лев какой-то. Вот. Такая вот шикарная монетка. Жаль только, что ударил, но ничего. Пришел я с туда, уже спустился ближе к речке. Бляха-муха, я опять задел лопатой такую вот монетку.
Что это за монета? Ого, это у нас 10 копеек. Вот с этой стороны должен быть же вроде, да? 1831. Патлы зализаны. Не 31, а 36 год. Такие вот 10 копеек. О. В той ямке он было 10 копеек, а вот тут у нас светик выпал. Конечно, тоже угашенный. Сорок восьмой, наверное, да? Или 38-й. Ну, неважно, одним словом. Иду, и вот он, мне выпал такой вот крестик. Рыжик, возможно. Ну, вряд ли. Скорее всего, что... Или серебро, или сплав. Так, вот выпал такой вот значок. Точнее, не значок, а от медали. Скорее всего, что 30 лет победы. Так, вот так, наверное, было вот так. И вот так вот. Тут еще колодка была, но колодки нет. Вот я прошелся отсюда. И опять у меня динарик. Вот такая вот дама. Паустина, наверное. Сверху лежит. У нас выпала вот монетка опять. Это у нас советик. 5 копеек 88 года. Ох, ё-моё. Уже буду собираться. Прошло вот 5 часов, и вот мой результат. 3 динарика. Такой ас, скорее всего, что хрестик. 5 копеек 88-го. 10 1836-го. 20 56-го. 3 все-таки 38 года, 10-41 и кусочек браслетика. Еще разный всякий мусор. Вот. В общем, подписывайтесь на канал. Кому понравилось, ставите лайки. Спасибо за просмотр.